Всем привет! С вами Юля. Сегодня 6 января. Праздник. У нас крещение, у вас Рождество. Поздравляю всех снова с праздниками. Да. Сегодня, так как у нас выходной, у меня день рукодельный, день видео, день съемок. Немножко я хочу уделить внимание моим вышивкам. Соскучилась за рукоделием. И вот сегодня у меня такой свободный день. Могу себе позволить. Ну и так как мы с вами давно не виделись, некоторые работы мелькают из видео в видео, происходят некоторые повторы, но тут уже как бы, можно так сказать, последний раз практически, потому что я допришивала все-таки бисер, работа у меня была завершена в прошлом году, накануне. Вот, но оставались такие участки сомнительные, как бы, где по схеме не был указан бисер, но видно было, что есть пропуски. И я вот смотрела, решила, что да, нужно пришить. И тот бисер, который был, я его выбрала и, в общем-то, дошила. И получилось симпатично, очень даже хорошо. Напомню, что бисер я пришивала вот здесь внизу. Вот здесь были какие-то пропуски, одна или две бисеринки. Еще раз полюбуйтесь на эту работу вместе со мной. И вот здесь в рукаве у меня были пропуски, я здесь тоже все пришила, одну бисеринку вот здесь. Вот такая работа, буквально на 10 минут, но нужно было снова найти бисер, взять это все пришить. Вот все, работа завершена полностью, очень красивая работа. Пишут девочки, что гладь интересно, но что-то не очень получается. Я думаю, что нужно взять иголочку поострей, делать небольшие стежки и не спешить. Просто брать и вышивать там часик и откладывать, чтобы не утомляться. На вышивках всегда есть направляющие стежки, показано, ну, штрихи, показано, в каком направлении укладывать нитку. Ну и вот так нужно вышивать. Ну и читать инструкцию, где прямой стежок, где слип стич, который вот идет нитка в нитку. То есть одна ниточка должна входить в другую ниточку, вот так наслаиваться. Получается очень плотно. Вот. Ну, у меня получилось, это моя такая первая работа, получилось. Я очень довольна и даже еще себе такую заказала. Поэтому вот у меня еще работы вот в такой технике, в частичной вышивке гладью. Там еще ленты, в общем, всякое разное мне идет. Посмотрим, когда соберу все. Надеюсь, все ко мне придет благополучно. Все, эта работа у меня откладывается. Здесь у нас финиш, доработка, все готово. Все окей. Дальше из новостей хочу показать вам подарок. Ко мне пришел от Светочки, Светлана Романова. Она участвовала в СП, в нашем последнем СП. И так, вот так, господи, и выиграла подарок. Вот, и она решила мне тоже, как маленький презент, отправить благодарность, тоже небольшой подарок. Светлана живет в Праге. Прислала мне открытку. Очень люблю, когда мне девочки присылают открытки. Я, кстати, их собираю. У меня их здесь много. В моем здесь, на рукодельном столе, в моем ящичке, вот смотрите, целая пачка открыток. Я их собираю. Мне так нравится периодически полистать, посмотреть, с каких городов ко мне прилетели. Ну, это мои купленные кому-то. Когда я буду что-то отправлять, я еще буду отправлять открытки. Вот. Очень приятно, потому что можно полистать, посмотреть. Видите, Торонто. Ничего себе, какие у меня из дальних мест прилетают. В общем, много разных открыток. Это вышивки. Фаны. Надо будет тоже их навышивать, вот этих вот. Это мелочевки. Еще не все, еще где-то есть открытки, да. Вот сколько. Да, еще у меня отдельно лежат открытки, это ж не все. Вот. Очень приятно получать всегда открытки. Полистать, посмотреть, почитать. Вот так. И Света мне прислала вот такую схемку интересную. Stony Creek коллекция. Вот такой вот домик в лесу, шале, лодочка, олень.
Природа, очень интересный дизайн. С обратной стороны тоже здесь рекламки. Мне, кстати, очень понравился вот этот плед, как сделано, что здесь просто взяли обычный плед и на этом пледе вот так вот не хаотично, но как геометрично вышиты разные дизайны на тему леса. Лес, там вот медведь, животные, лесные, лось, палатка. Очень прикольно оформлено. Ну, тут много тоже всяких интересных дизайнов. Музыка, интересный дизайн. Вот. Ну, внутри вот так. Ключ, как всегда, у Stony Creek очень большой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Конечно, я представляю, как это будет вышиваться. Ну, ничего, потихоньку, я думаю, тоже когда-нибудь вышью. Большое спасибо. Очень-очень приятно получать всегда подарки. Рукодельные, они всегда нужные, пригождаются обязательно. Полежат, полежат, потом раз и вышиваются. Так, ну и чем я хочу сейчас заняться? В первую очередь, как и говорила, хочу собрать вот эту мелхилку, потому что вышивка готова. Сейчас буду читать инструкцию, сделаю небольшой набросок и будем с вами собирать эту красоту. Здесь у меня также бисер. Бисер здесь используется для висюлек. Их нужно будет сейчас сразу делать висюльки, пришивать по ходу дела. И потом уже вверху веревочка вот такая пришивать. Ну, сейчас буду читать, выполнять и буду вам показывать. Итак, дорожка моя постиранная, поглаженная. И вот так она смотрится на комоде. Комод большой, поэтому не совсем помещается в кадр. Пришлось немножко взять ракурс под углом. В целом все получилось здорово и замечательно, мне все нравится, но есть одно но. Дорожка очень сильно села, я даже не ожидала. Я ее клеила ровно-ровно по размерам комода, но вот после стирки я сейчас ее расстелила и померила. Значит, в длину она села на целых 6 сантиметров, а в ширину на 2 сантиметра. То есть очень сильно она подсела. Вот если я сейчас ее подтяну краю, вам будет видно как раз тот край, вы видите, что очень-очень сильно она села. Но я буду ее центровать вот так. В принципе, есть здесь запас у меня, можно отпороть и сделать меньше подворот, чтобы прям вот по краю. Ну, я думаю, что не буду, наверное, делать. В принципе, так тоже нормально получается, если распределить вот так по центру. В принципе, отступ этот ну, нормально, не сильно это и критично. Вот, но это для меня такой звоночек, что лугана очень сильно садится. Вообще такие смесовые ткани, значит, к ним нужно относиться аккуратно. Поэтому, во-первых, моего ангела от Lavender & Days я точно стирать не буду, иначе все сядет и скокожится. А во-вторых, тот кусок большой луганы, который у меня лежит для второй дорожки, значит, мне его нужно постирать предварительно, пусть он сядет, и тогда уже его подсевшую ткань эту кроить. Ну, не кроить там будет уже сразу вышиваться, и по вышивке потом будет идти выкройка в хардангере по-другому. Вот, но все равно нужно его постирать, пусть подсядет, и тогда можно будет уже приступать к вышивке. Вот, и что еще? Ну, получается, каунт сильно уменьшается. Получается, тогда лугана 25, она уже будет как 27, наверное, каунт. Представляете, я даже не ожидала, что вот такая будет сильная усадка. Значит, напоминаю, что здесь у меня использовались нитки ДМС номер 355. Всего ушло 13 мотков. Вышивала я очень аккуратно. И последний вот ряд я прям, да, мне не хватило чуть-чуть. И мне пришлось даже из мусорнички доставать и там дошивать остатками. В общем, как-то что-то выходить из положения. Ну вот в аккурат 13 мотков. Да, без излишек. Ой, я вижу, у меня не дошит один хвостик. Ай, как я заметила, вот он. Ну надо же, и вот, и вот. Ай, остались недошитые хвостики. Ну что, буду сейчас искать в запасах 355. Ну как же так? Да, много у меня их тут недошиты по этому ряду. Ну надо же. Как так получилось, что я их не дошила?
И вроде смотрела, но вечер был, наверное, не углядела, в глазах уже рябило. Да, вот смотрю, много не дошито. Раз, два, три, четыре. Там мне Ирина надо будет проверить. Молодец. Вот так вот, начинаю снимать видео. Ну, потому что смотришь уже, когда на видео оно по-другому смотрится, общий план. И, конечно, уже все какие-то детали такие выступают на первый план. Да, ну вот интересно так. Ну что ж, буду сейчас искать в запасах. Может, где-то осталось это 355-я нитка. Я перебирала нитки, складывала. Думаю, что где-то я ее должна найти. А нет, тогда придется мне. Сейчас магазины все закрыты, завтра откроются. Завтра ехать придется покупать или придется дошивать, а что делать? Вот, ну, в целом, можно сказать, уже готовая работа. Опыт положительный, позитивный, мне понравилось. Не устала я вышивать эту дорожку. Вышивалась она действительно очень легко, интересно. И интерес был тут не в том, как проявляются какие-то детали, а именно на продвижение по километру, да, вот шаг за шагом идешь, ты видишь, вот, вот отшит кусок, еще кусок, я пяльцами мерила, в принципе, отшив, да, там вот раз пяльца, два пяльца, еще продвинулась, и вот рисунок-то легкий, вышивается быстро, каунт крупный, и с удовольствием я вышивала эту дорожку, не устала. Уже хочется приступить к следующей, но так как вам показывала в планах, нужно мне завершить скатерть с розами, и потом уже будем думать о новой дорожке. Там нужно постирать мне сейчас ткань, высушить, отутюжить, нитки подобрать, закупить. Ну, в общем, там процесс такой серьезный в подготовке, поэтому пока можно вышивать скатерть, другие мои процессы. Вот. Ну, а это уже у меня застелилось. Все, новогодние я сейчас эти все скатерти буду снимать, ну, завтра, а это уже у меня комод готов. Очень нравится, особенно на камеру смотрю, прям я в восторге. Вот, а это моя подушечка. Тоже вот мы только что с вами ее вместе и завершили. Такая красота. Хочется еще купить их. Мне понравились трежерцы. Трежерсы классные. Вот, и что у нас на сегодня осталось? У меня сегодня получается такой целый рабочий день, рукодельный. С вами мы много очень работы сделали, видео поснимали. Вот, и сейчас осталось сделать распаковку, обзор вот этого набора. И постирать нитки, положить их, пусть сушатся. Их нужно сначала разобрать, подготовить все эти материалы. Вот. Ну и дальше посмотрим. Вот такие вот у меня на сейчас планы. Итак, Dimensions, Ангел Рождества. Это простая коллекция. Размер работы будет у нас 35 на 40 сантиметров. Здесь рамка указана, да, вот 35 на 40 сантиметров. Вышивается на аиде 18 каунта Ivory цвет. Так, выпуск 93 год. Ничего себе, какой раритет. Сделано произведено в Америке. Бла-бла-бла. С обратной стороны вот так. Ну, много раз уже я вам показывала этот пакет. Давайте уже его открывать. Сколько можно, вот, так сказать, смаковать, да? Так, еще раз можно полюбоваться обложкой уже без бликов. Ну, какая она красивая. Ой, девочки, я думаю, что я сейчас как за нее схвачусь, и все мои планы, которые я вам там писала, рассказывала, все пойдут крахом, потому что вот я уже не могу, у меня руки трусятся, я хочу ее вышивать. Так, инструкция, так, ну все классически для старого Дима, смотрим. Так, совсем здесь несложная схема. Здорово.
Да, несложная схема. Только я не вижу здесь кординков, коучингов, где они, эти колокольчики, не указаны по схеме. Что-то как-то произвольно может потом, что где. Так, ну ладно, разберемся со схемой. Вот, Аида, по поводу этой основы у меня все были мысли, на чем же мне вышивать, как же мне заменить основу, сделать на равномерку. Ну вот я равномерку никакую для себя не придумала. Лен, он тонкий. А все-таки Аида, она плотненькая, хорошо будет ровненько держать крестики, любое количество нитей. Приятная очень такая основа, она не сильно жесткая и не мягкая, такая очень приятная, нежная. Нежная, приятная основа. Сейчас ей нужно подутюжить. Давайте заодно замерим размер ткани. Так, 45,5, скажем так, на 50. А у нас что указано на обложке? 45 на 50. Все правильно. 45 на 50 это размер ткани. А размер вышивки получается будет 35 на 40. Ну, с такими, с хорошими отступами. Все правильно. Основу я сейчас подутюжу, подготовлю. Здесь у нас иголочка 26 номера, ткани крупненькая. Так, ткань сейчас подготовлю. И вот они, нитки в пучках. Тут вот нет у нас ни бисера у этой красавицы, ничего. Ну, может, я сама пришью бисер. У меня вот как раз Petite Gold остался от Милхил, очень красивый. Ниток, кстати, немного, всего вот два пучочка. Ну, понятно, это же не Gold коллекция. Вот, нитки такие вот красные, зеленые, конечно, вот оно само Рождество в этих нитках. Какие они красивые. Супер просто. Вот, сейчас сяду разбирать. Не буду это делать на камеру. Я думаю, что, в принципе, все уже знают, как разбирать нитки. Разберу, подпишу и дальше уже буду стирать. Красный, зеленый постираю. Коричневые, по-моему, тоже текут. Вот эти нитки сейчас мы будем стирать. Да. Ну что, отправляюсь и увидимся с вами через какое-то время. Так, разобрала я нитки и на пака. И теперь я буду их стирать. Здесь я только что постирала основу, я ее стала гладить, и вот когда попрыскала, чтобы разгладить заломы, я поняла, что она настолько пропитана пылью, что вот эта вода как бы оставляла даже пятна. Поэтому я сразу ее постирала. Она у меня сушится. И теперь мы приступим к стирке ниток. Я рада, что я взяла сегодня за эту непростую задачу, потому что у меня бы такого свободного дня не нашлось, а ночью, когда начинаю что-то делать, уставший, это потом так хорошо я не сделаю. Стирать я буду темно-зеленые, красные оттенки и коричневые. Я их все уже подписала, подготовила, поэтому у меня уже все готово. Сейчас я их ополосну просто в мыльной воде, потом уксуса добавлю, закреплю. Цвет основу проутюжу, подсушу. Надо обработать край основы. Вот такие вот дела. Нитки, конечно, прикольные. Сейчас я их уберу. Буду заниматься тут вот этой вот стиркой. У меня подготовлено полотенце с номерками. Все там подписано. Сушимся и увидимся с вами в следующем включении. Итак, девочки, мальчики, не поверите, уже 6 часов. Я сегодня целый день как на работе занимаюсь моей вышивкой, видео снимаю, процессы завершаю, готовлю. Вы знаете, я рада, что я взялась вот именно за подготовку этого дизайна, потому что у меня бы точно не нашлось столько времени качественно все хорошо подготовить. Я бы либо начала вечером, как обычно, айда, давай начнем, вот, либо, ну, то, скорее всего, было бы просто давай начнем, и я как-нибудь бы начала, а потом бы разбиралась со всеми какими-то еще нюансами. В общем, что я сделала? Значит, я
Во-первых, постирала основу. Я ее не планировала стирать, но стала гладить. И вот были вот такие, знаете, заломы, когда я стала прыскать водой и гладить, оставались пятна. Я поняла, что она просто напиталась пылью. Поэтому тут уж без вариантов. Я ее сразу постирала, отутюжила, высушила. Сразу обработала края основы лаком для ногтей. Знаете, это вот самый-самый практичный, самый качественный вариант обработки основы, потому что я пробовала и машинкой зигзагом, но все равно, когда стираешь, все равно нитки какие-то выползают. Ну, верлока у меня, ну, какой-то есть у меня верлок, ножка приставная, но я еще не пробовала. Там немножко нужно все отвинчивать, приставлять оверлок. Мне было проще. Лаком для ногтей очень плотно запечатывает. Прям вот советую, у кого есть лаки старые, не выбрасывайте. Вот для этих вот основ, для любых. Промазал, высохло. Ну, я это делаю на балконе, чтобы сильно лаком не пахло. И все, основа у меня подготовленная. Вот она, чистенькая, красивая айвори основа. Ну, с обратной стороны этот лак его практически не видно. При стирке и утюжке потом держится хорошо, ничего не мажется, не портится. Дальше. Занималась я схемой. Дело в том, что здесь очень слабая была разметка. Я так посмотрела, вообще не видно, даже когда присматриваешься. Ну, здесь вот где-то краешки остались не отмечены. Хотя вот на камеру видно все равно хорошо, камера подсвечивает. А так глазом, ну, не различить, особенно где вот значки, сетку не видно. Поэтому я сидела, размечала всю основу, сетку нанесла. Теперь мне будет все хорошо видно. Тут у меня подписаны номера к значкам сразу, чтобы было тоже проще разобраться. Поэтому схема у меня уже готова. Вот у нас серединка здесь в схеме. Я буду вышивать без разметки, но буду вышивать снизу. Поэтому мне нужно будет еще сделать один этап, подготовить основу. То есть, как я готовлю основу, я беру, складываю вот так пополам. Вот так пополам. И еще раз пополам. Хорошо зажимаю вот этот серединку. Так, делаю бороздки. И у меня определяется серединка. Вот я сюда ставлю булавочку. Такую большую взяла булавочку. Можно было взять поменьше. Ну ладно, какая попалась под руку. Вот. Дальше что я буду делать? Я от середины посчитаю, сколько здесь квадратиков. Точно так же я булавками отмечу. И оставлю только булавку в самом низу. И оттуда я и начну. Здесь ничего не будет у меня. Ни отметок, ни булавок. Я их потом все беру. Просто когда буду считать, буду их вкалывать. И с края вот здесь, вот где у меня будет по схеме, я зафиксирую и начну вышивать. Вот таким вот образом. То есть мне еще предстоит сделать расчет, сделать, подготовить основу. Ну, по крайней мере, схема вот у меня уже готова. Схема готова, основа постирана. Дальше, что у нас здесь? Видите, сколько работы? Нитки. С нитками тоже у меня оказалось очень много работы. Ну, разобрала я быстро ниточки. Вот. Какой здесь был у меня нюанс? Я решила постирать, так как здесь много красных ниток, коричневый, зеленый, то, что обычно всегда линяет. И, ну, так как я снова уже постирала, но все равно. Набор-то старый, 93-го года. Представляете, 30 лет набору. Ничего себе. Такой вот раритет, раритет. Поэтому я их постирала. Воду также добавляла уксус, посушила, отутюжила, чтобы они быстрее высохли. Ну, что вам хочу сказать, я не заметила никаких следов краски. То есть у меня нигде не полиняло. По крайней мере, вот я их сколько гладила, там на полотенчике лежали, ничего я не заметила. Но я рада, что я все постирала. Теперь мне точно не нужно будет стирать потом работу. Это намного практичней. Взять, постирать сначала материалы, а потом вышивать, и уже потом можно не стирать, да, и вышивать будет приятнее, потому что ниточки все у меня
стиранные, чистенькие, с запахом, с кондиционером. Основа тоже вся чистенькая. Ну, будет приятно, да, не пыльный материал, а вот такое все хорошее. Вот, поэтому я практически готова и хочу сегодня себя, ну, вознаградить. Я так старалась, так готовила, столько времени потратила, поэтому я хочу начать. Мне сейчас остался этап сделать разметку основы, натяну на станок и начну вышивать. Сегодня хочу повышивать эту работу, а завтра я вернусь к фестралам, потому что, ну, мне нужно там тоже повышивать и постараться. Вот, прям вот я в предвкушении, как мне интересно и очень-очень хочется поскорей приступить. Вот такие у меня новости. Думаю, что на этом все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вы хорошо провели время. До новых встреч и всем пока-пока. Итак, смотрите, читала я, не очень сильно поняла, но буду пробовать делать по наитию. Значит, я взяла мою вышивку, нужно начинать снизу, сложила вот так пополам и буду прошивать в месте, где я вытаскивала ниточку. Буду здесь сшивать. Как буду сшивать, тоже не знаю. Давайте попробуем. Если что, я, конечно, буду переделывать, потому что я не очень сильно поняла эту схему, как это нужно выполнять. Поэтому буду сшивать, наверное, каким-то простым стежком абсолютно. Посмотрим, что у нас получится. Нитка у меня здесь очень плотная. Сколько смотрела инструкцию, я не нашла, каким стежком, как нужно пришивать. Есть описание, но я вам говорю, что я переводила через переводчик. Непонятно. Все равно непонятно. Так, давайте вывернем, посмотрим, что получается, что со швом. Ну, нормально, такой скрытый шов. Думаю, нормально. Нужно будет срезать уголок тогда.
симпатичный шов. Так, поэтому давайте я еще раз уголочек здесь закреплю, сделаю здесь петельку. Так, еще раз вывернем. Вот. И я выведу будем делать висюльки. Ну, так вроде аккуратно смотрится, симпатично. Чаек у меня фруктовый, вкусный. Так, как делаем наши висюльки? Читаем: один голд, две петит, плам. Так, один голд, это здесь один голд. Правильная иголка, неправильная иголка, нужно поменять. Иголка мне нужна бисерная. Где моя крышка? Мусорничка. У нас, пока я тут набирать буду бисер, немножко с вами побеседуем. У нас стоит очень хорошая погода. Мы даже не ожидали, что эта зима у нас будет такая теплая. Мы готовились к холоду. Все нас пугали, холодно, холодно. Нет, теплая зима. Очень красивая природа, погода теплая, хорошая. Так, один голд. Две петит плам. Две петит плам — это вот этот красненький. Две петит плам. Так. Там один петит голд. Один петит голд. Так, иди сюда. Один петит голд. Один голд. Один голд. Один петит голд. Так. Два петит плам. Ага, два петит плам, правильно. Так, я смотрю, просто думаю, где же рубка. Два петит, а не набирается. Давайте сюда. Два петит плам. Так, один голд. Один голд. Один медиум плам бад. Вот он. Middle. Один. Что так много? Так. Так, один голд. Один голд. Две петит плам. Две петит плам. Один петит голд. Один голд. Один петит голд. Так. Две петит плам. Я хоть правильно делаю? Плам. Один голд. Один голд. Три петит голд. Со звездочкой. Три петит голд. Раз. Ай. Два. Три. Что значит звездочка? Где расшифровка? Непонятно. Так, а как закреплять? А, ну вот, набрала я. Правильно? Смотрим на картинку. Соответствует. Ну да, соответствует. Все правильно. Так, а как закреплять нам эту висюлинку? Кто знает? Где подсказка?
Здесь какая-то звездочка, типа сноска. Где эта звездочка? Где расшифровка? Как это делать? Вот так, что ли, узелком? Так, последние три бисеринки нужно было продеть в одну нитку, вернуть их в верхнюю, которая побольше, золотая, и там сделать узелок закрепиться. Но я вот тянула, и у меня нитка запуталась, поэтому у меня получилось неровно, и вот произошло смещение. Сейчас это нужно будет сейчас мне подправить. Вот, смотрите, что я сделала в этот раз. Так, вот эти три бисеринки у меня собрались, и я вытянула нитку прямо наверх для того, чтобы ее прям вверху, эту висюлинку, лучше закрепить. Так, вот так лучше. Так лучше. Конечно, надо, чтобы было пространство, чтобы они мотылялись. Куда я показываю? Так, вот уже что-то получается. Вот мы будем реставрировать. Так, так, так. Постараюсь вам показать более подробно, как это у меня происходит. Так, вот он у нас бисер. Я, вот они три здесь маленькие петит бисеринки в конце, и я ввожу, где здесь золотая, ввожу иглу в обратном направлении, иду. То есть, видите, вот три я пропускаю и ввожу над ними в золотую большую бусинку.
Так, надо все так собрать. Что, почему застряли? Первые прошли. Так. Ой-ой-ой. Хочу вам показать, поднимаю, и у меня нитка начинает путаться. Так, вот смотрите, вот она. Сейчас я ее подтяну, вот подтягиваю, и видите, эти три бисериночки маленькие, они собрались вместе таким вот окончанием на вот большой. Все, я подтянула висюлечку, и теперь иголочку внутрь. Решила делать так, потому что я думаю, что лучше закрепиться нить, и заодно висюлечки будут более равномерно распределены. Так, они у меня, видите, путаются только. Вот так. Так, опять стараюсь показать и тяну вверх. Вот. Вот что у нас уже получается с вами. Вот такие бисюлечки. Так, еще две сделаем. Может, больше надо сделать? Так, считаем. Пять. Тоже сделаю где-то пять. Так, вот сюда сейчас одну и вот сюда одну. Ну что, уже похоже на правду. Видите? Мне кажется, нормально получается. Так, читаем дальше инструкцию. Эти вниз мы сшили. Так. Теперь тут нужно сшить. Хорошо, если тут сошью, то я выверну, а эти углы потом как. Так, ну попробуем, что получится. Так. Честно скажу, не знаю, правильно делаю, неправильно. Сюда тоже нужно пришить, по-моему, висюльку. Да. Сюда тоже нужно пришить висюльку. Так, делаем висюльку. Thank you.
Готово. И вывожу наизнанку. Здесь мы будем закрепляться. Так, так, так. Вот, здесь закрепимся. Так, ну что, половина работы готова. Вот у нас есть верх, у нас есть низ оформленный. Нужно теперь вот здесь сделать сборку. Да, тут можно надо было сшивать вместе их. Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас подумаем, как мы это будем делать. Не знаю. Честно вам скажу, абсолютно. Что делаю, как делаю. Так. Булавки. Нету. Большие. Текс. Вот. И это должно собраться вот так вместе. Так, на данном месте это исколоть. Я так подозреваю. Потому что сшиваться будет именно по этому шву. И нужно принести, кстати, наполнитель. Приготовить. Ну, как-то так должно сшиваться. Нет, у меня здесь съехала одна сторона. Понял, что такое. Так. Ничего не понимаю. Они еще проклеены, остренькие получились углы. Я их срежу. Так-то. Правильно, неправильно, ничего не знаю. Как понимаю, так и делаю. Инструкцию не дали. Вводите тут заблуждение рукодельниц. Как собирать? Вот так. И будем собирать как можем. Так, ну вот как-то так оно должно быть. Вот этот шов должен сойтись горизонтальный. Вот так. Все вместе еще раз проколю. Вот. Сходится шов. Сходится. Все правильно.
Вот это я потом сделаю, чтобы они мне не мешались. Буду начинать с центра. Так, пойду за наполнителем, и мы начнем с вами сшивать вот эту сторону. Потом, наверное, следующую. Подумаю, как буду сшивать, а сверху, чтобы сделать украшение, пропущу, наверное, бисер, чтобы закрыть швы. Так, надо наполнять, а то уже все. Видите, остался совсем маленький такой вот уголочек. Я не наполню. Тоже такой ответственный момент. Наполнить надо. Давайте закроем бисер. Пока я буду наполнять, может чего-нибудь убежать. Такс, ну что, треугольничек ты мой. Вышивалось это легко. Сборка какая кропотливая. Ой, совсем маленькая дырочка. Ой-ой-ой-ой. Придется немножко подрастянуть.
Ну, достаточно так себе плотненькая. Утрамбовала уголочки, все. Ой, какая прелесть получается. Да, здорово. Ну все, осталось вот сшить и бисером украшу. Обратную сторону закрою. Какие-то неровности. Так, ну что, сборка завершена. Я все сшила. Получилось очень прикольно. Слушайте, я так еще ее набила хорошо. Она такая плотненькая, яркая. Получился такой вот ромб очень аккуратный. Висюльки такие хорошенькие. Мне все нравится. Все блестит, переливается. Все достойно. Вот с обратной стороны хочу шов закрыть вот так бисером. Это выполняется достаточно быстро. Закрывать буду мил-хилом. Вот просто в произвольном порядке прошивая. Вот. Опять же, сейчас повторю, что со схемой я не разобралась, поэтому, в общем-то, выполняла так, как поняла, так, как смогла, по наитию, по своему какому-то пониманию. Ну, мне кажется, у меня в целом получилось. Может быть, там как-то у производителя как-то по-другому нужно было как-то похитрее делать сборку. Ну уж, как производитель написал, так мы и ничего и не поняли. Вот так, видите, я пришиваю бисерок, пятитик. Он от меня убегает, я его все равно догоняю и пришиваю. Вот. И пока мы с вами собирали эту замечательную подушечку, вот он финиш, второй финиш 2023 года. Знаете, ну так классно, когда год только начался, а у тебя сразу финиш. Но у меня часто так бывает, потому что всегда стараешься сделать, завершить что-то к Новому году побольше, поэтому работы подтягиваются. И какие-то работы заканчиваются, какие-то нет, но всегда есть какие-то работы, которые уже вот-вот на подходе. И в начале года, обычно в январе,
в феврале у меня такие хорошие финиши. Потом весна, потом начинается полный разгул, хочется поначинать, еще что-нибудь, покупки поприходят. И там начинается, конечно, уже куда как повезет. Начинаются старты. Поэтому старты, летом тоже что-то, лето, отпуск, у кого как, лето тоже мало, финиши, к зиме начинаешь опять сосредотачиваться, начинаешь стараться завершить что-то, и вот так что-то завершается, что-то переходит на следующий год, поэтому январь, февраль всегда, ну, по крайней мере, у меня они такие продуктивные. Вот, ну, конечно же, приятно начать год с финиша, это очень круто. Вот, а у меня один финиш большой, это моя дорожка. Сейчас я ее поглажу, расстелю и вам покажу. И вот это вот малышка. Ну, дальше буду вышивать все по плану. Пока. Поставлю сейчас на станок, вместе с вами поставим фестралов. Постараюсь я их помарафонить, повышивать. Посмотрим тоже, что получится. Буду надеяться, что смогу завершить. Так, ряд, делаем разворот, поворот, вот сюда, идем вверх, вниз. Симпатично получается, правда? Так, как мне лучше пришивать бисер. Так, к нам голуби подселились. Мне это совсем не нравится. Мы их не можем никак выгнать. Уже там придумываем на балконе конструкции, придумываем, они все равно ютятся. Вот так получилось с обратной стороны. И вот такая вот получилась подушечка. Очень симпатичная. Мне очень нравится. Класс. Здорово. Вот так. Ну что, делаю перерыв, пойду подутюжу дорожку и увидимся с вами попозже.